нашего Вологодской области является побратимом или другом Холчевска. Мы там проводили несколько мероприятий творческих, в том числе. Ну и, конечно же, мы очень рады, когда к нам приезжают наши друзья, наши люди, которые ставят у нас замечательные творческие проекты. Появилась эта книга Наталья Марковна Волкова, наш генеральный директор. Она прочла эту книгу. Было немного экземпляров. И показала ее мне. Как-то разговор так завязался, что вот бы как-то поставить, не поставить. Вы знаете, когда я прочла эту книгу, я поняла, что это нужно делать. И когда нас признали, мы решили, что этот спектакль нужно показать. Обязательно, чтобы люди, вот Россия, россияне, ну, опять-таки, повторюсь, греха таить. Ведь многие думают, что неправильно Россия поступила, что зацепилась за эту операцию, жили бы себе спокойно и так далее. Мы решили показать, что это на самом деле такое, из чего все началось. Что не Россия начала эту войну, а это начала Украина, а Россия заканчивает ее.